почему человек, когда ищет намерение ради отдачи, он часто в работе своей облепляет всякими ритуалами? Что он, почему он так делает? Это уже природа человека, что он хочет снять с себя ответственность, снять с себя работу, усилия на что-то внешнее перевести. Поэтому превращает внутреннюю работу во внешнюю работу. Чтобы мы начали вместе молиться, просить, петь, чтобы мы организовали себя в каких-то внешних действиях механических, вместо внутренних в желании, в намерении. Это так человек хочет исполнять действия, исправления во внешнем, внешнем виде, как бы это дальше от желания. И мы на этом теряем тысячи лет в том, что мы отчаиваемся от всего нашего состояния и все-таки возвращаемся в состояние, когда исправление должно быть в желании и в намерении, а не в телесных, внешних, иллюзорных действиях. Хорошо? Так человек не хочет себя самого менять, он хочет как бы такой иметь облик, чтобы как-то, как будто я меняюсь, но в естественном виде этого не делаю, так? Бедюк. Именно так, правильно. В этом все дело в религии по отношению к науке Каббала. И посмотрите, какие религии, верования разнообразные, методики разнообразные, от религиозных методик до религиозных, до психологических, философских и так далее, что до сего дня все еще человечество хочет установить перед собой вместо внутреннего настоящего исправления. Да.